премьера. Одиночество, несчастная любовь, предательство друга. Столько причин, чтобы этот юноша мог наложить на себя руки. Но родители убеждены, он не мог взять грех на душу. Не хочу верить, что-то он сам с собой покончил. Тогда кто же виноват в его гибели? Мне показать, что ты хочешь. Где это? Мы можем туда пойти. Чтобы выяснить это, Дарья Воскобоева готова ехать на Урал. Огонь все забрал. Огонь не покажет. Покажи, что знаешь. Дневник экстрасенса. Дарья Воскобоева. В пятницу в 18:00 на ТВ3.